если я правильно понял, получается, что можно прийти к вере высшего знания только тогда, когда есть эти клипоты, чуждые мысли, и всю эту работу выполнять? Верно. Это означает, что клипа, кожура, защищает плод. Более того, клипа вообще позволяет тебе прийти к этому. Да. Так как нам в работе прийти к такому состоянию, чтобы, ну так это выглядит смешно сказать, чтобы мы любили клипот и радовались клипот, что у нас сейчас есть такой верно, шанс. Верно, верно. Как нам прийти к такому состоянию? Ценить их? Это потом, это не сейчас. Мы еще пока не можем их ценить. Нет места для того, чтобы их ценить, но это придет. Это правильно сказать, что силу подняться над этими клипот я получаю только десятки от своих товарищей, а я сам по себе, у меня нет вообще никакого шанса это сделать. Верно, это уже как использовать это. Но, собственно, в конечном счете, клипа и святость, они равны, и обе они приводят человека, как написано, злое начало и доброе начало приводят человека к его миссии, к его цели.